Компания Максим представила MAX5974 – высокочастотный широтно-импульсный преобразователь с управлением потоку, с активным ограничителем и возможностью работы в широком диапазоне частот. Схема активного ограничителя обеспечивает КПД более 90% при одновременном снижении рассеянной мощности при работе от источников питания на базе синхронных обратноходовых и прямоходовых преобразователей напряжения. Варианты MAX5974A и MAX5974C отлично подходят для питания универсальных автономных потребителей диапазона от 85 до 265 вольт или телекоммуникационного оборудования в диапазоне от 36 до 72 вольт. MAX5974B и MAX5974D также позволяют получать входное напряжение порядка 10,5 вольт, например, для адаптеров. В MAX5974A и MAX5974B встроен усилитель ошибки рассогласования с использованием дискретизации с запоминанием отсчетов, который управляет выходным напряжением посредством сдвоенного дросселя. Подобная конфигурация обратной связи позволяет сократить габариты и уменьшить стоимость за счет отсутствия необходимости применения параллельного стабилизатора, оптронной пары и третичной обмотки в цепи смещения. Приложения, в которых нужна оптронная развязка в цепи обратной связи, могут использовать интегральные схемы MAX5974C и 5974D, которые имеют постоянную обратную связь между входом и выходом. Частота преобразования интегральной схемы регулируется в диапазоне от 100 кГц до 600 кГц с точностью плюс-минус 8%. Это позволяет разработчикам оптимизировать магнитные и фильтрующие элементы в схеме для обеспечения требований по электромагнитному излучению. Рабочий цикл программируется на уровне до 80% длительности для обеспечения максимальной производительности. Дополнительные возможности включают вход перевода интегральных схем в режим отключения и режим программируемого плавного запуска, который ограничивает максимальное изменение выходного напряжения. MAX5974A и MAX5974C имеют интегрированную усовершенствованную схему блокировки при снижении напряжения с гистерезисом, которая требует подачи напряжения 20 вольт для запуска, а MAX5974B и MAX5974D 10 вольт для запуска. MAX5974 работает в расширенном температурном диапазоне от минус 40 до плюс 85 градусов и выпускается в 16-выводном корпусе TQFN с габаритами всего 3 на 3 мм.